нас на канале. Вот, еще одна новинка, экшн-камера. CGI-кам называется. Ну, говорят, аналог GoPro. GoPro, соответственно, стоит дороговато. Ну, вот CGI-кам. Остановился выбор на нем. 4000, Wi-Fi, версия Black. Вот посмотрим, что входит в комплектацию. Вот, на общеизвестном не стал заказывать. Купил в магазине. В принципе, как бы небольшая разница. Ну и магазин зато дает гарантию на эту камеру. Как бы уже больше, чем на общеизвестном сайте. Так, вот такая коробочка у нас. Что у нас? Я так понимаю, для протирания самой линзы там. У камеры. Так, идет инструкция на английском. Так, идет инструкция на английском языке. То есть русской версии нет. Ну, вроде по картинкам все расписано и показано, как собирать и что для чего идет. Вот на шлем есть. На пояс есть. Для автомобиля есть специальные. Ну, я его собираюсь эту использовать камеру как для видеорегистратора. Он непрерывно может снимать, перезаписывать запись. Ну и, соответственно, для походов для рыбалки и для погружения в воду. Вот. То есть широкий формат использования. Что у нас дальше? Так, у нас идут зажимчики в комплекте. Я так понимаю, крышечка дополнительная. Дать, может, она выходит из строя. Так, это у нас USB с микро-USB. Это для подключения компьютера, я так понимаю, и для зарядки. Так, и дальше у нас крепление на липучках. Отдельное крепление непонятное. Это, скорее всего, так вот интересно. Это с защелочкой. Такая удобная вещь, в принципе. Вставляется сюда камера. Так, это тоже для общей сборки. Это у нас, скорее всего, это у нас одевание ремни. Скорее всего, на голову или на шлем натягивать. Так, запасные очень приятно, конечно. Запасные. Эти двусторонние скотчи имеются. Так, это у нас крепление для руля. Обжим. Так, еще много креплений, конечно, непонятных. Но я думаю, в инструкции более-менее все понятно там будет. Вот. И вот само зарядное устройство. Зарядное устройство универсальное. Тоже подключение через USB идет. Так, две наклеечки. И, в принципе, все. Так, сама камера уже идет в аквабоксе. В аквабоксе. Давайте откроем. Кстати, обратите внимание на открывание. Что здесь стрелочками показано, что куда нажимать. Вот первая тоже нажимает. Пробовал я ее как-то открывать по стрелочкам. Непонятно. Вот здесь надо ее приподнять с этой стороны. И потом открывание уже идет с этой стороны. И только потом она, аквабокс, потом только открывается. И достается камера. Вот мы освободили. Вот такая малюська симпатичная. Здесь у нас наклеечка. Кстати, можно ее сразу уже снять, я так понимаю. Она уже нам не пригодится. Вот. Кнопка, основная кнопка включения. Заряжено. Так, все. Вот, в принципе, зарядка есть. Так, здесь у нас что? У нас микро-USB для зарядки и еще одно, один вход для карты. Так, карточку я взял мини-USB. Он сразу подходит сюда на 32. Пока на 32, 10 класса. Но это пока, потом впоследствии посмотрим, как она будет себя и поведет. Потом 64, я думаю, она потянет свободно. В принципе, все просто, доступно. Вот. И я думаю, неплохо будет снимать. В последующем видео буду показывать именно с камеры, испытывать ее.
подводные съемки и все, что к нему прилагается. Так, сбоку находится микрофон тоже. Вот, включение Wi-Fi я пока не вижу. Так, это у нас открывание. Так, пока не разобрался. Ну, потом расскажу, в принципе, все. Вот. И все засниму, весь порядок. Покажу, как с Wi-Fi работает она. Приложение, соответственно, надо будет скачать. Вот, всем пока. Ну, в принципе, более... ну, мне понравилось, в отличие от GoPro, тем, что здесь почти... И мне кажется, даже весь набор запчастей, которые понадобятся в процессе какого-то снятия материала там или где-то закрепить, он весь в наборе уже. Вот, ничто докупать, мне кажется, даже и не надо. Единственное, что можно еще штатив как бы докупить, но в принципе он у меня есть. Я не заморачивался по этому поводу. А так, вся комплектация полностью... Что на шлем, что на пояс, что для машины. Здесь все есть уже и присутствует, в принципе. Все, всем пока.